Так. Да нет! 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 Два, три. Да блин, я хотел влево или вправо на шифте отойти. Смотрите, я валяюсь, они по мне гасят. Смотрите, что делается. Это вы что, неадекватные? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Форум, Крошка-Крошка, Гусунек, Угабуга, Водочка, Васаби, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Приветики, омлечки. Приветики, пистолетики. Сегодня у нас очень классная рубрика «Крокодил-дантист». Мы решили ее сегодня апгрейдить и записать на 8 человек и поставить 2 крокодила. Колдуна, мне всегда хочется сказать, крокодила-дантиста, чтобы было веселее и интереснее. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Васаби, начинай. Ну давайте, смотрите, учитесь, как правильно не умирать. Увидите. Значит, он первый умрет. А можно нажимать на любом крокодиле. Никакой разницы в этом нету. Кто какой хочет, такой и нажимает. А, ну сейчас Саня умрет, да. Конечно, так. Погнали дальше. Давай, Максимка. Ну, блин. Ребята, представляете, сейчас кто-то умрет, и ему будет загадывать 7 желаний. Это будет очень жестко. 7 раз умирать. Так, водочка, ты. Водочка, да, давай. Да. Так. Я думаю, вот этот лот. Сейчас ты умрешь. Хорошо. Пойду, так, пойду. Кошмарный пошел у нас. Ну, умри. Давай. Ай, блин, очкует. Хорошо, теперь я нажимаю. Давай, умри. А я не умру. Не-не-не, шанс очень большой, потому что все-таки это не один крокодил, а 2. Сережечка. 100%. И танцует, и жмет. Серега, есть! Помните эти серии, где Серега целый ролик загадывал нам желание? Ты готов, Серега? 7 раз умереть. Давайте я первый Сереге загадаю желание. У меня есть для тебя сюрприз. Готов, Сережечка? Давай. Полетели вверх. Сейчас я его скину с максимально большой высоты на этой карте. Я поймаю его. Нет, ловить нельзя. Готов, Серега? А ты еще и танцевать будешь? Ну, полетели вместе. Давай. Я чисто флекшу, Дима. Я в воздухе танцую. Прикольно. Крязь, разбился. Это было очень высоко. Так, давайте, кто там над Серегой будет дальше издеваться? Ну, давайте я. Давай. Ну так, ребята, все мы берем М9К машину. Любое оружие оттуда. И, Серега, беги. Бежать? Да, беги. Да, есть 3 секунды. Раз, два, три, стреляем. Водочка, молодец, сразу в голову пристрелил, красавчик. Хорошее желание, мне понравилось, где мы его все вместе мочим. А Серега не унывает, просто берет и танцует. Молодец, Сережечка. Ребята, надеюсь, вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Залетайте в наш Дискорд, пообщаемся и повеселимся. Кто там следующий, ребята? Солнышко в описании. Давайте я буду. Давай, Водочка. Короче, твоя цель скипнуть, но за меня сделать следующий ход. О, нормальное желание, кстати, это хорошее. Давайте я. Давай. Заходите в оружие Half-Life 2 и третье, Бука Бай. Говном кидать по нему? Да. Хорошее желание. Закинуть Серегу все. Уго, наш черный, смотрите. Это что за желание закидать говном? Такого вообще у нас, ребята, не было в роликах. Ну все, все. А мы что, убить его могли даже? Нет, нет. А, это Серега умер от дерьмища, от запаха вкусного. Самая худшая смерть. Так, кто там еще Сереге не загадывал желание? Давайте я. Давай. Садись на туалет. О, нормально сел. И что это будет? Парикели. Полет на туалете. Блин, прикольно, мне нравится. Так, и давайте я. Давай, давай. Не последний, я еще. Ой, Серега, тебе приготовили самолет. А что это сейчас будет? Не работает движок. Давай я тебя запущу так. Ой, давай. Интересно, я умру, нет? Летит, смотрите. Бум! Эпичненько, красиво это было. Так, я последний, я давай. Новенько сделаю. Отойдите от Сереги. Давай. Ты промахнулся. Косожоп! Ой, красиво! Прям Серегу растворили. Так, ну что, продолжаем? Идем по Некселю. Давай, Васаби, показывай вещи. Блин, я не хочу в этой серии проиграть, потому что мне придется страдать очень сильно. Что? Васаби?
Так, пацаны, давайте я над ним поиздеваюсь немножечко. Давайте. О, я знаю, что сейчас делаю. Короче, берите все гранаты с Half-Life 2. Не гранаты, а вот эти вот штучки. Какашки опять. Закидывайте его все. Закидывайте его. И потом и... Нет, не отходи, не отходи. Вставай там. В кучу, а в кучу, заходи. В кучу. Да, а, заходи. Я липну, все, отходите все. Ребята, мега взрыв. Красиво ты полетел. Так, давайте дальше. Смотри, гори. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Все, сжег его. Но желание закидать говно мне очень понравилось. Это было креативно. Что это значит, Максим? Сейчас. Он тебя на машине сейчас собьет. Газуй. А он живой. Лапок в пол. Я исправлю это. У него жизни остались. Ой. Бот. Нормально, и так пойдет. Так, следующий я. Поскольку Асаби мой друг, значит, ставлю стульчик сейчас. Отходите все, сейчас будет мега взрыв. А че вы подходите? Ой-ой-ой. Я говорил, не умеешь высоко прыгать. Смотри, как высоко залетел. Асаби убил меня случайно с Фамоса. Давайте это припомню. Давай. Ой, красиво. Дробовиком в живот. Это было сильно. И... Хлоп. Как муху прихлопнуло. Красиво. Ой-ой-ой, Серега, это что ты задумал такое? Пацаны, отходите от него. Бум. Еще и переехал. Давай, Васаби, начинай. И опять ты первый сольешься. Я буду угорать. Смотрите прикол. Сейчас реально умрет. Ну! Раз, два, три. Жопу подотри. Ладно, повезло тебе. Давай, гусенек, теперь ты должен слиться. Хорошо. Я хочу, чтобы Дима. Так. Я не буду умирать в этой серии, я буду жить. А что ты не нажал? Крошка, ты их что, бухлевать решил? Хорошо, давай. Так. У нас там не форум. О, изи. Водочка. А, Серега должен за него нажать. Да. Серега, давай за водочку нажимай. Представьте, сейчас умрет, это будет жел... Ах ты, блин. Так, той Бонни у нас. Так, и будет это ты, Дим. Так, а я не увидел, как он нажал со спины. Так. Да нет! Нет! Я не хочу! Ну, а кто меня спрашивать будет? Конечно, я хочу. Ну, давайте, издевайтесь. Давай, Васаби, прикалывайся надо мной, конечно. Ну, давай. Павнем тебе табуретку, потому что ты постоянно экономишь на пиццерии. Все, я сел. Мы спавним тебе ракету из Гренбича. Сейчас ты найду свой. Ой, ребята, они решили меня запустить на ракете. Она потянет меня? Да, веревкой. А можно... Да, ребята. Можно и приварить, кстати. Давайте, веревкой его. Веревкой, быстро. А давай приварим. О, давайте приварить. О, давай, и веревкой тоже пойдет. На, ну все. Васаби, ты молодец, и рады, что твое желание как конченое сбылось. Ты сказал, что реально шаришь. Ну, за меня это сделает этот Фуфио Шмерц. И что, на как он это сделает? Бей его. Эй, это так законно, что ли? Бей его лучше. Это лещи и НАТО. Эй, Фуфил Шмерц, да я добрый. Он меня подыхал из кулака, что ли, дает? Или что это? Ну и ладно. Я поддался ему специально. К стенке. Ого, это что, расстрел у меня сейчас будет? А теперь все достаем автоматы. Ой-ой-ой-ой-ой. И расстреливаем его за его неудачи. Давай. Раз, два, три. Да блин, я хотел влево или вправо на шифте отойти. Смотрите, я валяюсь, они по мне гасят. Смотрите, что делается. Это вы что, неадекватные? А вы вообще можете успокоиться, не? Серега, ну что ты делаешь? Смотрите, что он делает. Я, кстати, валяюсь тут, а они по мне там стреляют. Все, хорош. Ну смотрите, какие психи. А Серега на радостях, только бы убить меня. Хорошо, я запомнил, Серега, это. Чуть-чуть в поле отойди. Он пролети. Давай. Ну вот стой просто. Все, стою. Слабенько. Ой. Ля-ля-ля, я отхожу. Ладно, не отхожу, буду стоять на месте.
Ух ты, форум, ты молодец, ты сразу видно классно. Все делаешь, все погибает постоянно. Я говорил, бегите. Ты с танка по мне будешь стрелять или будешь давить меня? С леопарда. Леопарда. Что за парта? Парта. Парта. Школьная. А, я знаю, что он хочет. Я иду к тебе навстречу. В обнимашке. Хорош. Ой, Серега разбился. Серега, не разбивайся. Че, можем гусанек? Аборигенный. Все. Молодцы. Вставай сюда. И смотри наверх чисто. А что там? Ё-моё, это что? А я живой. А я живой, я живой. На меня красиво прилетело. Пойдет. Залезай сюда. Я хочу, чтобы он опять умер. Я так хочу. Я таких ем назад. Хорошо. Так, поехал гусанёчек. Класс. Вот мы все берем сейчас бомбы слэм. Минируем вон то поле, и ты по нему бежишь. Ну давай, гусанёк, иди, а мы на счёт три их взорвёмся. Ох ты, капец. Так, беги. Меня послали на работу разминировать бомбы. Давай, иди. Ой, чё-то... Ай. Это было эпично. Все достаем монетки и скидываемся ему на хлеб. О, давайте на счет три попробуем выстрелить. А ну отходите все от него. Давай, отсчитай. Раз, два, три. О, это было мощно. Прям перекрёл. Звездочку с монет сделали. Это что, метеорит? Летит, летит, летит. Бум, прям по башке. Гусенек. Ты что там зажарился? У нас сегодня будет вечеря. Жареный гусь. Я тебе дам убить одного человека. Короче, подбегаешь к нему и ставишь быстро эту бомбу. Блин! Гусенек, молодец, правильно и сделал. Ну что, гусенек, ты готов? Давай. Один, два, три. А че они не взрываются? Все, есть. Замочили. Сейчас, пацаны, эта машина взлетит в воздух, и мы ее взорвем. Прощай, гусанек, ты был хорошим гусем. Да, готовьтесь машину взрывать. Все, открывайте огонь, стреляй. Сразу взорвалась. Это было красиво. Так, все, это мы гусеньку на память оставим, эту тачку разбитую. Теперь, короче, бери пистолет обычный. У нас дуэль будет с тобой. Нифига себе, такого у нас еще не было. Давай, что-то новенькое. Давай, становись ко мне спиной. На альте идем. Вперед. Да. Гусенек еще повернулся, посмотрел. Ребята, это у нас что-то новенькое. Такого у нас еще не было. Там уже далеко и очень. На счет три поворачиваемся. Раз, два, три. Это музычка из Техаса должна быть. А че вы не стреляете? А все? Ах ты, Серега, ты молодец, схитрил, сделал админское оружие. Это выстрел с двух пальцев. Это классное оружие. Это я знал, что он его взял. Ребята, знаете, что я сейчас хочу еще проверить в конце этого очень классного веселого ролика? Я хочу здесь положить бомбу. И когда мы закроем челюсть, взорвется эта бомба или нет? Пранк. Вы готовы, пацаны? Давай. Давай. Так. Ребята, напишите в комментариях, взорвется бомба или нет, и когда ее прихлопнет челюсти. Вот смотрите, когда хочешь специально взорвать, ха-ха, ни один зуб не срабатывает. А нет, бомба не сработала. Подожди, может ее можно повыше? А если ее активировать? Отожми. А ну. Все. Значит, не может она бомбу взрывать. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Я люблю взрывать бомбы.